Торгово-промышленная палата – это некоммерческая организация, членами которой являются промышленные предприятия, индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день в составе палаты зарегистрировано 185 организаций. Ульяновская палата всегда была, есть, будет, я не сомневаюсь, еще лучше, очень крепкая палата, достойная, представляющие своих членов перед бизнес-сообществом региона и перед властями. Главная цель структуры – отстаивать интересы представителей промышленности и бизнеса в органах власти. Вторая задача – оказание услуг членам палаты. Перечень предлагаемых услуг нашей торгово-промышленной палаты на сегодня очень широк, и мы обращаемся как за бухгалтерским аудитом, за юридическими консультациями, оценкой недвижимости, гарантии по сделкам, вопросы защиты бизнеса и многие-многие другие вопросы. Главной повесткой отчетно-выборной конференции, прошедшей в этот четверг, стали выборы нового президента торгово-промышленной палаты. Единогласным решением новой главой ведомства стал Александр Якунин. Мы должны создать здесь такую среду в палате, чтобы в самом деле все без исключения желали включиться в этот процесс и стать резидентами, членами палаты. С новой должностью Якунина поздравил губернатор Сергей Морозов. Он отметил, что в ближайшее время проведет совместное заседание правительства, глав администрации муниципалитетов с торгово-промышленной палатой, где будет утвержден план совместных действий. Убежден, что и новое руководство палаты обязательно продолжит курс, направленный на успешное развитие вашей организации, а также всего нашего Ульяновского региона. Коллеги, сегодня очень важно произвести перезагрузку взаимодействия региональных властей и торгово-промышленной палаты, ну и, конечно, разработать программу совместных действий. По словам специалистов организации, в перспективе наряду с экспертизами, оценкой и другими видами базовых услуг достаточно востребованными будут услуги разработки и сопровождения бизнес-проектов, защите интеллектуальной собственности, оценки и присвоению профессиональных квалификаций в соответствии с профстандартами. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.